Великобритания продолжает готовиться к вероятной войне с Россией, однако на этот раз Лондон предостерег и остальной мир о возможном начале новой мировой. При этом зачинщиком столкновений станет Москва. Англичане испугались анонсирования новой авиабомбы Дрель, которая якобы доказывает агрессивный настрой Кремля. При этом, чтобы теория о вездесущей России не рушилась, журналисты связали появление этого оружия с отравлением скрипаля. Они утверждают, что демонстрация бомбы не случайна. Москва выждала момент наибольшего напряжения в мире и продемонстрировала дрель, предостерегая других от нападок и в то же время готовясь нанести удар по своим врагам, пишет издание Daily Express.